Какие вопросы можете задавать? Да, готов я. У вас далеко микрофон, плохо слышно. Ага. Готов я ответить? Микрофончик поближе сделайте, чтобы я слышал. Ага. Готово? Так, получше. Вот. Тогда спешили, когда создали Землю. Погромче говорите просто, погромче, чтобы... Земля, когда это создавали? Как создавали? Что создавали? Земля. Земля? А так написано. Да. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. Это первая глава книги Бытие. Первые стихи. Да. А самый первый вот этот, что там на земле, существо? Ну, оно по дням распределено. Бог определяет там свет, солнце и дальше растения, животные, птицы. И шестой день сотворил человека, Адама и Еву. А седьмой день, день отдыха, шаббат. Господь почил от дел своих. И нам дал указание на это. Угу. Так и на Коране написано. Что говорите? Так и на Коране написано. Какая разница? Ну, написано в Библии. Из Библии это берут люди. В Библии, я знаю. Ну, в Библии что там написано, так и в Коране. Вот как я этой книгой занимался, уже не первый год занимаюсь. И говорю, да у нас почти так же. Так же, я тебе скажу, 5216 расхождений. Не два, не три, а 5216. Я говорю, скажите, вот у нас Соломон, а у вас Сулейман, это один и тот же герой? Да. Это все одинаковые. Я говорю, у нас Авраам, а у вас Ибрагим. Это один и тот же? Ну да. Ну так почему же у нас Соломона три книги, «Премудрости», «Притчи» и «Экклесиаста», а у вас одного предложения нету? Почему не записали? Ни один ответить не может. А я говорю, я вам отвечу. А что? Да очень просто. Дело в том, что когда он писал, в это время книга была только одна, седьмой век. Кроме Библии-то ничего не было. И мы называемся «Люди Писания». И нам дан Инжил. Это пятая сура, 47-66 аяты. А они не знают свою книгу совершенно. И вот теперь мы узнаем, почему тот, кто это писал, вашу книгу-то, не то, что там с неба она упала вам, он человек был любознательный, интересный. Он много ездил. Он женат был на купчихе. Ну да, он... Такой мастеровой был, я говорю, и герой, воевал много. Но книги не было, и он брал на слух. Вот весь ответ. Ее не было. Иначе, неужели он не написал хотя бы одно предложение? Как так? Говоря, Инжил, Евангелие. У нас четыре Евангелия, у вас ни одной строчки нету. Как так? И это не почему-то, потому что он не знал. Не знал, и книги не было. Вот и ответ весь. А книги, наверное, были до наших, это не дошли до нас. Видишь, они начинают говорить, что у вас переписано неправильно. Я говорю, когда неправильно, в каком году, кто неправильно? Ну, хоть один вопрос-то ответьте. А то они у нас за каждую букву жизнь отдают, как протопоп Авакум говорит, за иди нас жизнь отдаю. Господь говорит, небо и земля исчезнут, прейдут, но слова мои не прейдут. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Оно вернется, выполнив назначенное. Ни одна черта йота не исчезнет до конца мира. А вы в книге, вы маленько думаете, еще говорите, Христос не воскрес. Я говорю, а когда Христос воскрес, евреи дали денег воинам, говорят, скажите, что Он не воскрес. Они не говорили, что Он не умер. А сатана пошел теперь дальше и говорит, а Он и не умирал. Он просто поднялся. Это один и тот же дух. Есть такой ролик в интернете, называется «Интервью с дьяволом». 12 минут. Интересно. Прям дьявол говорит, показывает все, во что верит. Что не нравится? Не нравится, когда люди примиряются, когда Библию считают. Он другую книгу не поминает, нет. Он дьявол. А говорит так, какое твое происхождение? Знаете, это сложный вопрос. Я был, он не говорит, что на небе был. Говорит, ну, я был далеко.
и проводил кампанию, говорит, я нарушил все правила, и вот я здесь. То есть его архангел Михаил сшиб сюда, и он из ангела превратился в дьявола, Люцифер. И он говорит, а кто самый главный враг ваш? А он в это время сигару курит, дьявол сидит. А он говорит, вы курите? А он говорит, захохотал дьявол, говорит, вы спрашиваете того, кто это изобрел. То есть спрашивает это. И здесь он вот так смял эту сигару, плюнул, говорит, кто враг-то? Он говорит, придет и меня уничтожит, то есть Христос придет. Ну, все правильно отмечает. А как обольщаешь? Он руку взял, так и рука загорелась огнем. Махнул, деревья зашатались. Я людям предлагаю и правду, и ложь. Вы сами выбираете. Но большая часть у меня правды. А что вам хотелось бы? Он говорит, чтобы меня признали за Бога на земле. Дьявол. Вот отсюда секты рождаются, другие веры. Вот и что интересно. Вы, если зайдете на наш YouTube, у нас YouTube называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Такого в YouTube больше нету нигде канала. Это огромный канал у нас. 18 860 роликов наших. Тысяч. Мы строим православную деревню с нуля. Конкретный вопрос. А то начинает проблема. Я говорю, это слово истребил. Я его заменил другими словами. А как? Нерешенный вопрос. Зачем мне американизмы эти? Любой вопрос, его надо решать с молитвой. А то виноват там, виноват правитель, виноват царь. А я где был? Бог с меня спросит. В стране у нас, в Российской Федерации, уничтожено 31 тысяча сел. Мы разве не понимаем, куда дело-то идет? У нас тут законодательное собрание, Алтайский край, и выступает Нина Данилова. Она депутат от КПРФ. Это серьезное дело. И она говорит, это не исчезновение на карте, это исчезновение земли. До самого Байкала Китай все уже захватил. А здесь-то, в Москве и везде-то, эти с юга-то, у них в среднем 8,1 ребенка в семье, а у русских 1,8. Что спрашивать-то? Поэтому мы должны серьезно смотреть. Да, это серьезно. На YouTube как это? Вот если на наш канал зайдете или по скайпу Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете, я один с этой фамилией. Я могу с остальные материалы скинуть. Вопросы есть еще какие? Ну, я хочу. Так, я отхожу тогда, все. А, спасибо, что... Всего хорошего вам. Да, до свидания. Нет. И никому не разрешайте, а мы расскажем, зачем мы здесь находимся. Мы пришли с великой радостной вестью, что за наши грехи Иисус Христос умер и воскрес, и всех зовет к покаянию, чтобы жили по Евангелию. Да. А если его нету? А куда же он делся-то? Только утром молились был. А нет, еще... ну, нет, я понимаю все, конечно. Я сам верующий человек, у меня есть крест, вот. Я сам верующий человек, я вас понимаю, конечно. А если его нету, вообще Бога, мы же его не видим. А написано, если сомневаешься, сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-то. А я прошу, и мне Бог все дает, что я прошу. Все. Да. Притом это рядом нет. Люди, которые удивляются, как так? Я вас понимаю, конечно, но я думаю, что Бога нету. Честно. А в Библии написано, 3000 лет назад... Да, написано так, Псалтырь, 13-й псалом. «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного». Причина-то вот какая. Делающий добро идет к свету, дабы явно были дела его. Я вас понял, конечно, но, блин, конечно, ну, мы Бога не видели, я вот, честно, Бога не видел. Я хочу в него поверить, конечно, но я его не видел, мне никак не помог. Ну, хорошо, давайте так. Сейчас какой год идет? 2000-й год. Не 2000. 2001 уже год идет. 2020. Ну, 21. А первый от чего пошел? От чего? От Рождества Иисуса Христа. А как от чего? Да. Ну, а если его нет, от чего же идет? А теперь... Ну, это, я понимаю, что это все по вере, конечно. Нет, слушайте. Вот. У нас календарь. Январь, февраль называется Юлиановский. Цезарь Юлий создал. Был Цезарь Юлий или не был? Да, был. А я его не видел. Ну, это по истории все было написано. А у Христа это не история, разве?
это, знаете что, вот, вам честно сейчас объясню, конечно. Вот, я Христос, отвечаю. Вот серьезно, вот, даже фильмы такие есть про него, про его сына, про Иисус Христос. Ну, блин, ну это, я думаю, что это все сказки, конечно. Только не ругайтесь, я прошу очень, не ругайтесь. Я не буду ругаться, я не ругаюсь, честно. Обманите и заругаетесь. Все время врут стоят, брехуны. Безбожное. Вернословие. Да, нет, я думаю, что нету Бога. Ну, хорошо, хорошо, умрешь, узнаешь. Как... А если это... А знаете, давайте так. Это самое лучшее. Если человек верит... Знаете что? Это его все. Да, это... Да, деда. Если человек не верит, он слабый, одинокий, покинутый. А когда с Богом, совершенно по-другому. Меня за Слово Божие садили. Я захожу в камеру, камера кишит. Я только зашел, мир дому сему, и камера уже подо мной. Они уже делают то, что я скажу. В этот же вечер начинается проповедь. А неверующий, я никому не нужен. Такого дерьма везде хватает. Да, по идее, да, я вас понимаю. Меня Господь провел 5 тюрем позади за Слово Божие. Реабилитированный? Мы строим православие. Давно верующим стали, ими же как становятся. Два года. Мне сегодня 81-й год идет. 81-й. Но в 23 года Евангелие мне дали. В 23 года было, после армии. А вы где? Вы дома у себя? Я дома у себя. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вы с Иркутска? Иркутск. Но Иркутск подальше. Перед нами... Да, намного подальше, да. Красноярский край сначала пройти надо. Иркутская область, да, там край, да. Вот мы, ну, живем вместе, которые люди нас знают. Я подкорректировал словарь. Слово «проблема» никогда не произношу. Я его заменил. Нерешенный вопрос. А ну да, так-то по идее. Нерешенный вопрос. Вот, да. Допустим... А вы один живете, у вас жены нету? Проблемы нету никакой, это все американизм. Вот заметьте. Я думал, жена есть. Я вам назвался, как звать? Вас как звать? Никита зовут. Никита, запомните, Никита. Дальше, Виктор. Это одно и то же слово. Победитель означает. Да. Ты победи грех, а ты какой-то сонный, как обкуренный сидишь. Да это просто кажется, что по видеочату... Да нет, это мы, наверное, еще не отпраздновали Новый год. А со старыми дырами он ничем не лучше, чем... Да, он спать будет. А вы как Новый год отметили, хорошо? Знаете, тут много мусульман, процентов 90. И они сидят тут все. Рулетка-то, сейчас рулетка-то, это мусульманская. Я говорю, а вы зачем? Ну, познакомимся. Я говорю, давай знакомься. У тебя дома... Я говорю, у тебя дома 4 жены, и за каждую колым платить надо. А тут 44... Даром голые, и вы южные жеребцы пашете на северных кобылах тут. Да, вечно. А по идее же, ну, ислам и христианство, оно примерно похоже. Оно вот. Одно из одного и того же. Это Коран, Коран. Это не просто похоже. Я занимаюсь... Старый и Новый Завет. Это все по-другому. Она же более сложная религия. Я вам объясняю. Расхождение у нас с ними по книге, по Библии, 5216. Блин, да вы вообще святой, походу. Так, спокойно, опять у вас рот раздевается. Вот-вот матерых выскочит. Закрой рот сразу. Знаете что, в стране у нас уничтожено полностью 31 тысяча сел, деревень. Говорят, проблема. Я говорю, нет. Вот мы получили землю, получили статус, и с нуля восстанавливаем православную деревню. 5 условий, чтобы поселился. Должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. Своими руками сами построили храм, построили школу государственную, 6 прудов восстановили, дороги строим. Государство не вложило в нас ни одной копейки. Мы не говорим, проблема Путин. Я знаю, нерешенный вопрос, я его решаю. Говорят, у нас народ необразованный, он не знает, что проблема опять. Я говорю, нету. Я иду и одновременно веду занятия в 13 школах, в 5 университетах, 3 радиопрограммы, во всех отделах милиции и воинских частях, в одном городе Алтайском крае. Давайте все делать. И вопрос решается. А вы что преподаете? А? Вы что преподаете? А география, мировое искусство.
отвечаю на все вопросы, независимо от того, политика, экономика, социология, разницы никакой нету. Я учусь 57 лет. Блин, да походу вы святой вообще. Так, только плохое слово скажешь, смотри. Да нет, да все. Я не знаю, что вы хороший человек. Так, смотрите, если вы по скайпу зайдете, скайп, такая есть система, я Лапкин Игнатий, вы меня сразу найдете, я 11-я фамилия, один на весь интернет. И тогда я скину вам, у нас большой ютубе-канал, называется «Во свете Библии», откройте сейчас. Давайте. «Во свете Библии». Да, сейчас найдем. Да, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Открывайте. Такого канала нету больше нигде. У нас 18 860 роликов наших. Все, мы посмотрим обязательно. Так, вы сейчас откройте. Сейчас. Посещаемость у нас, просмотров, 44 миллиона. Это его? Не знаю. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии»? Игнатий. Сейчас откроет. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, не видно, и все. Да. Игнатий Лапкин. Игнатий, а как вы вообще живете? Вы вообще какого жена есть? Конечно. А есть? Так, ну это никакого значения не имеет. Она сидит. Нет, честно, вот так дети-то. Сильно. А они в городе сегодня. По делам. Завтра у нас, завтра будет храм. Ну, это пустое. Вы понимаете, у меня такое чувство, что вы в тюрьме сейчас сидите. У нас абортов не делает и ни одного развода. Вы можете догадаться, сколько детей. Ни предохранительных, ничего у нас нету. Человек, Геннадий. И Игнатий, не Геннадий. И Игнатий. Да. Вы хороший человек. Так. Ну, посмотрите. Открылось? Да, открылось. Да, все открылось, Геннадий, все открылось. Вот, давай покажем. Так, вот теперь дальше нажмите там видео, где, и открываться будет. Что? Геннадий, вот. Да. Вот, все, мы открыли, мы все... Мы вступим в эту группу, все будет хорошо. Так, вы, если по скайпу зайдете, вы на меня выйдете. Я там скину форум, у меня сайт, огромный сайт. Там я 50 книг аудио насчитал. А кто это вам все подсказал? Скайп, ютуб, чат рулетка, это кто? Ну, у меня рядом программисты, дети мои. Разбираются сильно. Они оба сказали, да? А они все делают. У нас заканчивает университет почти все с красными дипломами. У нас следователи, врачи есть, работают по особо важным государственным преступлениям в краевой прокуратуре. Наших людей везде ценят, они безобманные. Да, вы хороший человек, спасибо вам вообще, что вы есть. Ну вот вы найдете. Хорошо, мы найдем обязательно. Вот против меня воюют все. И коммунисты, и все. И у меня пришлось в черный список отправить 13 тысяч человек уже. Ничего ты думаешь, дедок-то. Капец. Ну все, пока, хлопцы. До свидания. До свидания. Спасибо. С Богом. Храни Господь вас.